Добрый день, дорогие друзья! Сегодня четверг, и как вы знаете, у нас на Зиле рыночный день. Я вам покажу, как изменились цены на рынке за одну неделю. Итак, начнем по стоимости. Значит, здесь инжир. Инжир купил я в двух местах. В одном месте выбирал, ну, только полкило набрал, а в другом уже немного более, потому что 1 килограмм стоит 30 лир, здесь я набрал на 40, а здесь на 15. Сюзьма цена та же, по 40. Здесь я чеснок, ну вот одна штука такая, связка, стоит 10 лир, две связки взял. Урюк, вот этот я взял по 10. По 10 лир 1 килограмм. Так, персики. Персики по 10. Ну, я видел даже прошлый четверг, по 8 даже продавали. И вот здесь другой урюк я взял. Ну, по 15 был. Ну, я взял до этого. Так. Помидоры, вот если хорошие брать помидоры, они по 10 продаются. Баклажаны по 5 килограмм стоят. Огурцы тоже по 5. Вот этот фасоль, он очень нравится, такой вкусный фасоль. 25 лир 1 килограмм. Кукуруза сладкая. 5 штук 20 лир. Ну, вот я взял 10 штук. Здесь у нас лаваш 5 штук на 20 лир, яблоки килограмм 10, ампалаи продают на Филиппинах, по-моему, по 10, да, по 10. И здесь окра, да, по-моему, называется, там по разной цене, но вот это по 25. Вот весь товар, который мы приобрели сегодня. Значит, по идее, можно на рынке приобретать, приобретать и приобретать. Но тележка тоже определенных размеров. Поэтому приходится приобретать то, что необходимо. То, что дома заказали, что надо принести и так далее и тому подобное. Некоторые подписчики иногда спрашивают, говорят, сколько уходит на базар. Вот, пока автобус стоит, я решил посчитать. Ну, у меня в кармане где-то, может быть, 80, где-то вот так было ориентировочно. Может быть, больше, около 90 лир. Я 400 лир вытащил, это точно. У меня 25 лир осталось. Ну, посчитаем, даже 450, там 400. 60 у меня лир ушло на базар. Менял я по курсу 17.38 несколько дней назад. Сейчас курс другой. Позавчера я менял на почте города Айдын. Мне просто долларов не было, дали по 17.50. А сегодня вот я сейчас посмотрел, уже стоит 17.87. А вчера, ну не вчера, а когда я во вторник был, стоило 17.77. Но обычно не дает Зиратбанк такую сумму, он там на 5-7 куруш меньше. То есть, если сейчас 87 показывает, значит 17.80. Ну, я практически те лиры, которые я поменял, 300 долларов, растратил, мне там 600 лир осталось. Ну вот, во вторник тоже мне на почте дали деньги, и те деньги есть. Надеюсь, что мне хватит до следующей получки. На этом, друзья, все. Если есть какие-то вопросы, задавайте, пишите комментарии, ставьте лайки.
И вот кто еще собирается переехать на Турцию, вот, определяйтесь ценами на продукты. Советую всем пересчитывать доллары и потом ваш доход в доллары. И тогда вам будет намного проще.